Так мы получаем свежую картинку из Стамбула. По каналам из социальных сетей на одном из мостов через Босфор идет, по всей видимости, противостояние противников и сторонников путча. Толпа то объединяется, то бросается в рассыпную. На этих кадрах видно, как люди укрываются за машинами от стрельбы, кровь на асфальте, полицейские автозаки и кареты скорой помощи. Напомню, пролив Босфор закрыли для движения танкеров по соображениям безопасности, объявили турецкие власти.